Жене Норман получишь потом. Дорогой, я тебе дала то, от чего нет никакого лекарства во всем свете. Да? Ты скажешь своей жене, что ты болен, если она захочет. Вали отсюда. Я устала пялиться на твою рожу. Не целуй меня. Джо, ты очень важный человек в моей жизни. Но скоро все это закончится. Привет. Не знаю. Найти. Расскажи о том, каким священником ты хочешь стать. Долго. Я сейчас решил. Джо, объясни мне, а как можно отдохнуть от Бога, взять переменку, взять отпуск от Бога? А разве можно? Я должна к тебе подойти. Это какое-то влечение, то это была сама судьба, то, что мы встретились. Ты в порядке? Я не пью. Нет, мне нельзя. Ну, спасибо, конечно, но...